22 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стелой с именами сотрудников и студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. Все подробности в сюжете. Церемония возложения цветов к памятной стеле и к бюсту татарского поэта, героя Советского Союза Мурсы Джалиля на Аллее Славы, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла сегодня, 22 июня, в Казанском федеральном университете. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, представители ведущих вузов у Республики Узбекистан и Киргизии, проректоры Казанского университета, директора институтов и департаментов. Мы должны сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась, и чтобы наши молодые люди никогда не смотрели друг на друга через прицел оружия. Аллах берсин, дай Бог, так это и будет. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы мы с вами возродили те все лучшие традиции, которые нас всегда связывали, и те, на тех традициях, на которых мы с вами воспитывались. Традиция возлагать цветы в дни, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, именно в ректорском садике появилась в апреле 2015 года. Здесь запечатлены имена студентов и сотрудников университета, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, а также установлены бюст татарского поэта-героя Советского Союза Мусы Джалиля и символическая мемориальная композиция, представляющая собой вереницу белоснежных журавлей, улетающих в небо с георгиевской лентой. По завершению церемонии ректор КФУ объявил минуту молчания. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.